А на эту модельку вот так вот смотришь, и такое ощущение, что ее прям содрали. Содрали, оторвали вот так вот с потрохами, с какой-то грязной руки. Девочки и мальчики, сегодня у меня в продаже старенькая порванная Япошечка. Значит, это часы Ориент. Вон. Джапан. 46943. Значит, япошечка в полностью исправном состоянии, но есть тут много разных замечаний. Сейчас я буду специально для своих покупателей все показывать. Значит, если вот так вот сразу же на них посмотреть, вы увидите очень много грязи, вот этой пыли и всего остального. Все это называется следы и отпечатки времени. Значит, автозавод трещит, трещит, маятник работает. Вот такая задняя крышечка, крышулечка. Прочитали, да, все? Сейчас я ее накину и пойдем дальше. Удивительное тут такое стеклышко и поломанное, граненое с таких вот квадратиков. Наверное, на солнечных лучах очень хорошо так играет. Значит, ну что по корпусу? По корпусу каких-то таких ударов серьезных нет. Есть вот потертость, и все это полируется и будет блестеть как нульц. Ну, если это сделает человек, который умеет это делать. Циферблатик беленький, это все кристалл, светомасса вся целая. И, кстати, вот он в прекраснейшем состоянии. Значит, вот какое тут серьезное замечание. Недельки не перекидывают. Числа перекидывают, стрелки переводятся, а недельки, к сожалению, надо чистить, ремонтировать. Вот. Ссылочка на этот экземплярчик в описании. Сегодня не у меня в продаже. Претензии и возвраты не принимаю, потому что продаю как нерабочие под ремонт или на расходники, на какие-то либо запчасти. Переходим на мой профиль. Если кто-то собирает такие часики, будет их штучек 10 всяких разных моделек. Вот, смотри, какое стеклышко нереальное. И пусть, как говорится, победит сильнейший.